В прошлую пятницу в администрации района прошел семинар-совещание профсоюзного актива на тему «Практика формирования социального партнерства на территории муниципального образования Кашхабльский район». В работе совещания приняли участие глава района Заур Хамирзов, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Адыгея Ирина Семенова, председатель Республиканской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Марина Дзиндзюк. Мероприятие открыл руководитель администрации района. Я очень благодарен профсоюзной организации Республики Адыгея, что вы приняли решение именно на вот такое первое выездное мероприятие провести у нас на территории. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие будет полезно для всех участников. Профсоюзное движение, оно имеет очень славную традицию, давние корни. И ни в коем случае оно должно не угасать, а наоборот, оно должно развиваться. С приветственной речью выступили Ирина Семенова и Марина Дзиндзюк. Добрый день, уважаемые участники семинара-совещания. Мы назвали так официально это мероприятие, хотя по своей сути он будет являться круглым столом, где каждый из вас сможет выразить свою точку зрения, почерпнуть какие-то знания, опыт. Это действительно очень важно в нашей работе. Потому что часто люди обращаются к нам с вопросами, на которые, возможно, мы с вами сразу не можем дать ответ. Профсоюзный работник – это настолько уникальный человек, который обладает разносторонними знаниями и вникает в вопросы различные, возникающие в ходе работы коллектива, предприятия, работодателя. Хотелось бы, чтобы вот практики работы, которые у нас на местах, в администрациях муниципальных образований, мы тоже эту практику услышали, увидели и где-то применили вы на своих местах, в ваших организациях, потому что действительно Кашхабльский район, один из лучших именно по социальному партнерству. В семинаре присутствовали около 40 представителей от первичных профсоюзных организаций. Заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марита Тугланова выступила с докладом о работе трехсторонней комиссии в муниципалитете. В целях регулирования социально-трудовых отношений, развития социального партнерства в муниципальном образовании нашего района создана трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденное решение Совета народных депутатов от 4 мая 2018 года, состоящее из представителей профсоюзных организаций и объединений, действующих на территории муниципального образования, представителей объединений работодателей района, органов местного самоуправления, которые образуют соответствующие стороны комиссии. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с положением, которое утверждено Советом народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район еще в 2004 году. На заседании комиссии утверждено территориальное трехстороннее соглашение между органами местного самоуправления муниципального образования, профсоюзными организациями и их объединениями, действующими на территории муниципалитета, объединениями работодателей района на 2022-2024 годы. Соглашение разрабатывалось в ходе коллективных переговоров сторон социального партнерства. Основными задачами комиссии является ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключение территориального соглашения между объединениями работодателей, профсоюзными организациями и их объединениями, органами местного самоуправления, устанавливающих общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работника на территории нашего района. Рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникающих в ходе выполнения территориального соглашения. Осуществление контроля за ходом выполнения территориального соглашения, разрешение разногласий, возникающих в ходе его выполнения, а также урегулирование вопросов, по которым не достигнуто согласия. Содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на муниципальном уровне. Участие по согласованию с органами местного самоуправления в обсуждении проектов программ социально-экономического развития других правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Кашхабльский район в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей силы, социального обеспечения. Оказание консультативной помощи коммерческим, некоммерческим и прочим организациям муниципального образования Кашхабльский район по вопросам социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.
Председатель первичной профсоюзной организации района Рустам Хупов поднял вопрос о реализации указа главы республики по взаимодействию с профсоюзами в муниципальном образовании. Члены правкома района представили доклады об особенностях регулирования молодежной политики профсоюза через коллективные договоры и соглашения, а также об организации информационной работы в первичной профсоюзной организации. По завершении мероприятий участники подвели итоги встречи и обобщили опыт совместной работы по направлениям деятельности профсоюза.